Всем привет, друзья, Кровля 76. Сегодня хотел бы с вами поделиться такой покупкой. Купил себе маску фирмы Архимед в магазине Леруа Мерлен, защитную для того, чтобы косить траву. Значит, она выполнена не из пластика, она металлическая. Ячеечка очень мелкая. Значит, собирается все очень просто. Она в упаковке идет полностью разобранная и собирается на месте. Значит, единственный момент хотел бы вам посоветовать, если будете в рот покупать, когда будете крепить сетку вот на эти вот поворотные вот эти вот штучки, я вам рекомендую сзади их открутить, они крепятся на саморезике, три саморезика. Чуть-чуть ослабьте и уже потом спокойно застегнете сетку. После того, как повернете их в положение закрытия, также опять обратно возьмите и прикрутите эти саморезы. И все будет у вас хорошо, ничто не сломается, как пишут в отзывах, что-то ломается. Значит, я кашу уже второй день этой маской. Как можно видеть, все залеплено. До этого я косил в очках прозрачных, не стеклянных, пластмассовых. Они сильно запотевают. Здесь же запотевания нет. На лицо можно видеть, ничего не попадает. Ну, песок мелкий, конечно, попадает, когда косишь эти холмы кротовые. А так, в принципе, замечательно. И вот после того, как покосил, вот сегодня второй день, как я занимаюсь кошением, моется все очень просто. Также выставляем только. И все. Вся наша эта мелочь травяная, все смывается. Значит, по эксплуатации лоб не натирает. Здесь специально вон поролоновая фигулина проложена. Под размер головы два хомута, которые зажимают по ширине и по объему. Поэтому все очень удобно. Как видите, никаких у меня на лице нету синяков, царапин, ничего. Маска хорошая, поэтому рекомендую покупки, мало ли, если кому это надо. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и делайте репосты. Всем пока!